Здравствуйте! Этот понедельник – очень продуктивный день. Нужно проявлять инициативу, смело браться за то, что давно откладывали. Сегодня удачное время для предпринимателей и бизнесменов. Вот кому точно надо сделать смелый шаг. Понедельник подходит для коммерческой деятельности, для рекламы, продаж и переговоров. Но учтите, что к вечеру возможно небольшое напряжение. Желательно позаниматься физической активностью, выйти на прогулку. Всего хорошего вам и до встречи завтра!